Ну что, друзья, всем привет, с вами Кирилл Саакаст, и сегодня у нас Marvel Strike Force. Сегодняшнее видео будет посвящено открытию красных звезд, и как вы можете видеть, я на аккаунте своего подписчика, это Сия Гранта. Ему, естественно, друзья, огромное спасибо, потому что накопил он нереально большое количество и премиум сфер, и мега сфер, и золотых, и чего только не накопил. Общая сила 4400. Тут я посмотрел, у него много прокачанных героев и много неоткрытых героев. Естественно, потом уже в отдельном видео я посоветую, кому качать. Потому что с открытием я не стал все это дело смешивать, потому что, видите, тут и так как бы есть что открывать сейчас. Так, давайте сразу продвинутые технологии, открыть несколько сфер. И начнем с первой десяточки премиум сфер. Поехали, друзья. Let's go. Так, что странно показывает. Так, 30 корвуса. Я думаю, корвус собран. Да, тут этим никого не удивишь. Кул обсидиан — это пушка. Крик — единичка. Пойдет, но маловато. Хотелось бы больше. Так, ну страйф собран. Так, что интересно. Крик. Крик супер. Проксима отлично, потому что еще не собрано. Поэтому, естественно, это ценный ресурс. Вот это да, пустольга 40. Вот это пушка реально. Вот это пушка, друзья. Это прям топчик. Потому что герой, как вы понимаете, который разносит. Такие герои всегда актуальны. Бишоп 15. Великолепно. Так, ну, с каждой десятки падает что-то. То, что лично мне очень нравится. Так, ёшечка. Шершень. Тридцатка антивенома. Великолепно. Хотели бы такие тоже открытия, друзья? Опа, Полтос, Лунный рыцарь. Вот это да. Вот это супер. Крик. Тут еще Минерва, Обсидиан. Блин, тут вообще весь самый сок собрался, друзья. Чувствую, открытие будет реально мощное. Щукула Обсидиан. Вы прикалываете, что ли? Еще здесь рыцарь, счастливчик. И Карнаж даже. Да, Карнаж так, да, собран, ну ладно. Так, Таскмастер пойдет. Ну, факел, это все пригодится, потому что, видите, не собранный герой, это просто осколки, которые почему нет, да? Вот Красный Череп, то же самое, Электро. То есть пока это уникальные осколки, тут есть Китти Прайд, великолепно, потому что для удивительных людей X это будет хорошее приобретение. Шершень, великолепно. Так, ну и, в принципе, последняя четверочка. Давайте посмотрим, что здесь. Крик 15. Блин, насыпало. Мне кажется, очень мощно. Давайте так вкратце посмотрим. Так, 56. Это что такое вообще? Что это такое, друзья? 40 пустыльги. Вот это да. 30. 65 лунного рыцаря. Ну, мне кажется, первое пока... первое начало очень даже бодренькое. Так, давайте сконвертируем это все, да, в пыль. И, наверное, сейчас откроем хотя бы какую-то часть золотых сфер. Потому что все открывать фиг знает. Так, 2 мульта. 2 100. Ну, средний, по-моему, миллион... Опа, опа, хорошо. Средняя, по-моему, 1 900 000, что-то такое. То есть, плюс-минус. 2 это вроде неплохо, но вот я все время забываю какой-то диапазон. Вот честно, вот там 1 900 000. Так, еще 1 000 000 выпал. Неплохо. Поехали, деньги, поехали, да? Так, ну 1 900 000. Давайте еще 20-ку вскроем. Вот, хорошо. Еще мультик. Давайте еще, пока идет. Еще 2, походу. Нет, еще 1 000 000. Давайте последнюю. Если падает 1 000 000, надо открывать. Так, все, перестали открываться 1 000 000, значит, скипаем. Мегасферы мы откроем последними, друзья. Так, ну и тут сфер, конечно, прям очень много, друзья. Видос на 2 части мы, наверное, делить не будем, потому что это не имеет смысла. Так, серфер. Я так буду стараться по-быстрому открывать, да, чтобы видеть только самое ценное, друзья. Самое ценное — это, естественно, от 4, потому что меньше... сейчас неиграбельно, по сути. Ну, прям совсем мало.
Так, мне главное тут сейчас альтрона не прозевать, кстати, да, друзья? Ну-ка. О, именно вот эти, да? Надо 1500 посмотреть, потому что... Ну, сейчас падает там вообще по копейке. Так, новый герой выпал на 2. Рона на 4. Хотели бы Рона на 4, друзья? Мне кажется, вряд ли. Хотели бы кто-то Рона на 4? Как бы от слова, а нафига он нужен вообще? Так, надо выпить кофе немножко, друзья. Потому что открытие будет долгое. Так, ну пока ничего прям путного я не вижу. Давай-ка церебр крути, барабан. Лед на 3. Ну хотя бы что-то. Жалко 50 нельзя открывать. Блин, когда эти тугодумы добавят таких функций, мне интересно. Потому что очевидно, что люди копят. И как бы это не только СНГ комьюнити копит. Опа, ткач, топ, отлично. Хороший знак. Ткач на 4, это хороший знак, друзья. Так, ну пока я не вижу какого-то эпика. Кто-то Йонду подъехал, блин, может еще кто-то подъедет. Тут синих много героев посыпалось, Ронаны и новая вот эта, без понятия как называется, слишком из Дозора Бесконечности этот герой, который, значит, который сейчас идет увеличенный шанс. Так, 37, по-моему, открыли и ничего путного. Вот купишь, да, сферы, а вот потом смотришь на это и думаешь, блин, про какого хрена я копил? Где дроп? Не, ну понятное дело, что тут и так будут насыпаны, да, какие-то ништяки. Но вот стоит ли, да? Всегда вопрос такой. Ну, с одной стороны, на самом деле, здесь много насыпало, да, тоже сейчас что-то... О, пятерочка, кстати, друзья, пятерочка... Выбили нового героя, но не знаю. Проблема будет то, что пак имбов, это понятно, но проблема именно в получении самого героя, да, чтобы вы понимали. Потому что такие герои подразумевают то, что нужно на них донатить, понятное дело, потому что тяжело будет как-то на каком-то супер рандоме заполучить заветный ценный осколок. Так, 182. Октавиусы. Октавиус, кстати, это пушка, друзья. 2. Мало, конечно, но... Ну, что поделаешь. Так, пятерка выпала. Так, давайте я посмотрю, сколько тут этих насыпало. 79, блин. Тут, конечно, когда был X, там 10 это был, блин. Казалось, какая-то хрень падает. Помните, когда только добавили? Это X10, по-моему, да, там было? Это смотришь вообще ни о чем. Даже тогда это выглядело ни о чем. Сейчас это выглядит вообще позорно. Да, тут столько сфер, блин, и хер тебе, они этот, как его... Они край-край, это черные звезды. Да. Ну давай, блин, 5 уже выбили, ну блин, одна пятерка, вы что, гоните, что ли, реально? Это как бы... Это не то, что для чего мне аккаунт явно доверили, чтобы я выбил фиг да нифига осколков тут. Может, потому что я быстро открываю. Но мне кажется, это не влияет. Быстро, медленно, блин, это понятное дело. Чтобы уж медленно открывать, тут еще быстрее расстроишься. С каждым открытием, когда ты видишь, что ни хрена не падает от слова прям совсем. Опа, что это? Пойдет. Четверочка лунного рыцаря, это хорошо. Потому что, тем более, мы там еще выбили его целую кучу. Заразитель пойдет? Конечно же, нет. Существо. Печенюга. Когда-то печенюга радовал меня, как он прям ломает вот это с двоечки, да, свои там, как он крушил головы. Но сейчас его урон дрожь 5. Ну, как бы пойдет, но не то. Но сейчас эти герои, как бы, они вот реально петюкают, да? Они не бьют, как раньше, они петюкают. Потому что новые герои, они заходят, типа пустылега, серферы, да даже сейчас они, по-моему, уже такое ощущение, что не так сильно дамажат, как новые герои, по типу Гаморы, да, ну как новые, реворкнутые.
Мне кажется, скоро им потом придется опять увеличивать ХП. Прикиньте, увеличить ХП красному, точнее, этому черному ордену увеличить ХП урон. Потому что они даже просядут по урону с новыми героями. Направление не совсем то, мне кажется, в плане того, что они добавляют просто большое количество урона, да, но каких-то там механик. Надо как-то работать, мне кажется, в одном диапазоне здоровья, потому что, ну, блин, если будешь добавлять кучу-кучу ХП, если кто помнит раньше рейды, помните, насколько быстрые были рейды, когда у вас прокачанный был енот? Так, Джубили 4, хорошо. А сейчас получается такая тенденция, что слишком затянуты эти бои, да? Они не длятся по пару минут, они длятся до талого. А то приходится не хватает, а то не хватает времени, как с пауками. То есть, ты даже на автобой ставишь, и бывает, они точку уже там в думе каком-то не закрывают. Именно по времени. Это еще когда я в дум проходил рейд. Сейчас я слакаю в Ультимусе 7. Вот они симуляцию тогда сделали, типа они подготовили. На самом деле, вот стопудово у них ничего не готово. От слова совсем ничего. Они затравку сделали, что типа вот, ребят, мы работаем. На самом деле, по-моему, они не работают. А они только героев штампуют. Дождусь ли я лик, друзья? Вопрос такой. Вопрос очень... Потому что уже прям перегораю от игры. Потому что, ну, не вижу интересного ничего пока. Вот лично для себя. Паки, понятное дело, что новые прикольные, да, там вот эти механики, разобраться это интересно, но как бы на этом все, да, на протяжении уже полгода прошло, получается, и в принципе они ничего, по-моему, не добавили за это время, не знаю, симуляция налетов была в этом году или нет, я уже, да, как-то у меня уже подвылетело, напомните, друзья, в комментариях. Чтобы открывали целую тучу, в итоге целую тучу какого-то... Какого-то отстой, честно говоря. Ну, это рандом, понятное дело. Тут надо радоваться любому хотя бы путному герою, да. На 3 звезды, на 4 это уже что-то невероятное. Вот как Рой, на 3 выпал. Очень доволен, жалко только повторка. Лейтенант. Хороший, в принципе, дроп, потому что пачка еще играбельная, по крайней мере, хотя бы в войне альянсов. Так, ну и что, соточка осталась. Соточка, да? Хотели бы соточку КЗ сейчас вот на аккаунте? Так, апнули вдову. Я думаю, никто бы не отказался, да, от такого подарка себе на аккаунт. От серебра, прикиньте, он говорит, ребята, простите, был неправ, все извинения, вот он, соточка КЗ. Мне кажется, вряд ли там что-то выпало бы, правда, но это уже другая история. Так, давайте чекнем, сколько тут этих. 200. 200 всего. Вы что, гоните реально, что ли? Блин, что за абсурд? Там, кстати, накопилось какие-то много осколков-то всякого. По 2, там, по 1, по 3. Высота. Ну, блин, это все такое-то отстой, честно говоря, высота. Потому что это только для темного измерения, который никому не сдался. Потому что Дум сейчас вот... Дума получите, друзья... И куда вы денете этого Дума? Да кто знает. Потому что он был актуален только когда он вышел в первый месяц. Первые два месяца. Потом его актуальность ушла в никуда. Потому что сейчас новые герои, которые этого Дума разорут и даже не почувствуют этого героя. Да? Хотя ХП у него прям очень много. Но этим не удивишь сейчас никого. Сейчас герой добавляется... Опа, Йонду. Вот это да, ткач, Йонду. Можно еще борца, наверное, для полной... коллекции. Одна пятерка, блин, ну это какой-то... Это какой-то прикол на самом деле. Майлз. Нет, спасибо, друзья. Майлз нам не нужен, потому что, ну... Хотя, когда герой выходил, в принципе, он был неплох, на самом деле, так разобраться. Понижение шкалы скорости, замедление, там, разрушение... Плюс очень жесткий уворот, когда находился в невидимости. Но это сейчас такое все. Тут столика. Блин, да где шестерки-то хоть одни? Что за прикол? Ну, Жнец это, конечно, топ.
Блин, такое ощущение, что всю удачу мы потратили на премки, друзья. Потому что смотрю я на все это и не понимаю, а где же дроп? Ну, конечно, посмотрим, может, я что-то прозевал там, может, там какие-то реально эпики повылетали у нас, которые я не заметил как-то за счет быстрой анимации, прокрутки морды. У меня такое ощущение, что падает уже раз сотый, наверное. Потому что морды, по-моему, уже видел не один раз. Там 3-4 было у него, и 4, по-моему, не 5. Не, 5 не было. Это уже, конечно, это мои фантазии детские. Блин, такое, наверное, количество сфер, наверное, все-таки нас... О, ну какие топчики подъехали. Опустошитель, и ткач, и Йонду, блин. Остался только борца добрать. В принципе, и команда собрана для прокачки, да, на будущее. Чё-то пока есть некое ощущение, что подкрутил Церебро, гаденыш нам, да, как-то в минуса. Почувствовал, что я буду открывать большое количество осколков и решил выкрутить дроп в минималки в какие-то. Может, конечно, нас ждет что-то уникальное с элиток. Потому что, ну, я не, просто не понимаю, а где дроп-то вообще? Как бы, ребята, а где дроп-то? Вы что, отключили вообще, что ли, там, 5 и выше? Или, как вы видите на аккаунте, что падает, мы же пятерку вытащили почти в начале, да, там, наверное, с 30, наверное, да, ну, как в начале. И потом они как отключают, у них там паника, наверное, идет сразу, кулап сидит на 3, отлично. У них паника идет, что слишком хороший дроп выпадает на аккаунте, надо бы как-то заблокировать его. Ну, это проверенная элитка сейчас. Ну, блин, там радуешься кулу обсидина на 3, блин. Ну, это, конечно, от слова, когда ни хрена вообще нет. Когда ничего не падает. Ну, пятерку нового героя мы, конечно, полутали, но, как бы, с 237 сфер, мне кажется, это как-то, как минимум, маловато. Что думаете? Шаттерстар на 1. Вау. Последняя десятка осталась. Ну это вообще какой-то... Да. Ой, еще одна пятерка выпала. Видели? Ну новый герой выпал два раза на пятерку, блин. Ну как бы... Это круто, конечно. Но это повторка, да? Ну, два раза пятерку, но ни одной шестерки не было. Ни одной семерки уж тем более не было. Давай, порадуй, пятерочка. Опа, ну хотя бы напоследок. Раз, да, два, неплохо. Три, четыре, пять. Ну, раз, два, три... 4, 5, 6, ну, а, кстати, вот, 7 пятерочка еще, да, 8, 9, 10, в принципе, ну, 11, ну, как, более-менее, но с таким количеством сфер, мне кажется, наверное, это все-таки не то, что хотелось бы явно получить. Так, ну и поехали, элитки, 22 штуки, и первая из них, это ерунда полная, лучше бы не открывали. Вот, вот это уже лучше. Таск на 5, это уже реально лучше, друзья, потому что таск до сих пор неплохо себя показывает, даже очень неплохо. Симба 4, великолепно, потому что Симба не было на 4, был на 2, значит это пушка как минимум. О, я собрал блэкджек, друзья. Блэкджек из ушлепков, блин, реально. Все по 4. Забирайте, кому надо. Блин, куда это? Честно, я, по-моему, первый раз на аккаунте собрал полностью всех ушлепков, реально. Просто блэк... Опа, 7 может быть? 6, сиделка. Ну, и раньше бы я сказал, это отстой. А теперь это новый пак, да, вот этот. Ну, как новый, уже не новый, тени. 6, это круто. Это реально круто, потому что... И сам по себе сиделка, вот это, блин, для навыка, как бы для дума пойдет, для рейдов, то есть это мощный герой, это хороший герой. 3 пятерки собрали,
Как ее зовут-то вообще? Кто-то напомнит мне, ну-ка. Как ее зовут реально? Блин, не посмотри, как ее зовут. У нее там какое-то мудреное название такое. Ну, это хрень. Потому что щит сейчас не играется, по сути, поэтому такое. Это топчик, но это дубль, поэтому это спорный топчик. Электро 5. Электро 5 классно, потому что с паком доктором Октавиусом этот герой играется, этот герой опасен. Понятно, что там док более опасен, но все равно, сам по себе, если будут все герои прокачаны, вес будет иметь более мощный этот пак, и, соответственно, на него нужно будет тратить каких-то более сильных героев. Великолепно. Это хороший тоже лут, я бы сказал, даже очень хороший. Наконец-то что-то поехало пободрее, друзья. Я уж, честно говоря, начал унывать, а тут поехали какие-то ништяки. Зато мы собрали блэкджек из ушлепков. Такое на аккаунте первый раз. Так, 4, да? Ну такое. И одна шестерка. Да куда этих алых ведьм-то? Уже 3 штуки, по-моему, набрали. Ну, одна шестерка с четверочки, это, конечно, хорошо, но хотелось бы еще. Хотелось бы еще. Множитель 4 пойдет. Супер, хорошо. Нет, это нет. Это не пойдет нам. Ну и последняя. Семерка. О, боже мой, блин. Семерка, ну какие полупокеры падают. О, блин. Если бы это выпал еще ткач, я бы не знаю. Ну ладно, это хотя бы с четверки, да? Конечно, это отстой, понятное дело, но, блин, может, когда-то их реворкнут, да? Как Гамору какой-нибудь там, и будет это когда-то бомба, ну, не знаю, вряд ли, конечно. Так, это супер и ушлепок на 7, блин. Такого мы полупокера не вытаскивали, наверное, никогда еще никому, да, такого... Ну, хотя из всей руки, если быть объективным, он самый нормальный, да, в плюс в свою копилку, потому что он хотя бы дамажить там может. Ну, по меркам нынешних героев, он, конечно, не дамажит, а пятюкает тоже. Куда, блин? Да, вот это боль реально. Еще и шокер сверху, блин, да вы что, прикалываете, что ли? Шокер, понятно, что он не сдался никому, потому что доктор Октавиус есть. И док, это еще и шокер идет лесом. Ну, сабля еще более-менее. Ну, тоже такое. Ну, типа, с паком мародеров, понятное дело. Но там он не самый, как бы, актуальный, поэтому такое. Так, семерка, плиз. Есть! А вот это камбэк. Вот это камбэк, друзья. Это камбэк, реально, потому что антивеном на 7 это пушка. Это реально камбэк за убийцу руки. Потому что тяжело намулиганить будет этого героя, но когда Пал получит, получается, это будет реально что-то с чем-то. И, кстати, хорошее завершение. А, это дубль. Хорошее завершение, но это дубль. Ну и по итогу что? Бомба пойдет и 2 ушлепка. Как-то слишком много ушлепков у нас на аккаунте сегодня. Так, ну и все получается, да? Здесь мы закончили, друзья. Так, ну давайте откроем в завершении, получается, сферы этапа открывать не будем. Потому что слишком большое видео будет. И сферы этапа не настолько интересные в этом плане, потому что там по итогу просто смотришь, сколько выпало тебе... именно симбиота. Так, ну и первая мегасфера. Вот это да, сотка крик. Вот это реально бомба. Вот это чувствуется уже камбэк точно у нас есть в кармане. Это теперь, да, еще подтверждение к этому, потому что Шаттерстар на Палтос, это реально мощно. Рой. Ну, Рой не так мощно, да. Ну, лишние осколки на хорошего героя не будут лишними. Отлично. Великолепно. Китти Прайд на Палтос. Тоже классно, потому что пак играбельный. Жалко только не сотка. А, вот это, конечно, уже отстой. Потому что это и дубликат, как вы понимаете. И дядя Асгарда не настолько мощные. Так, ну давайте сферу Ультимус, наверное, пооткрываем. Да.
Так, ну Кингпин такой себе. Карат. Надо, конечно, отсюда тащить что-то новенькое, да? Из новой серии каких-то героев. Но это не новая серия, это просто конвертируем пыль. Да, в топку. Так, ну в принципе что, друзья, давайте посмотрим. Так, тут надо вербовать, но вербовать мы их не будем. Давайте посмотрим, кто завербованный. Так, один из косарей есть. Ну, сила аккаунта тут не сильно поменяется за счет того, что вот эти герои не прокачаны, да? Так, ну вот, кстати, есть Кулапсидиан. Посмотрим по самым топовым. Так, 5 косарей. Так, вижу вдову. Поехали. 59-66. Хороший бонус. Так, а вот и Симба. Вот Симба, конечно, это хорошо. 66 и 80. Вот это уже, на самом деле, довольно-таки весомо. Так, ну, давайте его прокачаем, да? Почему нет? 4000 и 5400. Мощно. Так, ладно, сиделку можно прокачать. 10-я категория. Десяточка сверху мы получили. Там еще можно взять 7. Ну, это так, это чисто просто мощь аккаунта добавить немножко. Ну, здесь прям особо погоды, конечно, прокачивать этих героев. Но по десятке наполучали, да? Я смело тут, да, надо сейчас посмотреть, конечно, по героям, кого можно добавить в пул. Потому что это уже будет на отдельный контент. Это уже как раз-таки будет Си-Гранти. Так, ну все, тут получается мы все пооткрывали, друзья. Мощи, я не помню, сколько у нас было. Кто помнит, да, можете заценить. Но, по-моему, сильного буста прям мы, конечно же, не дали. Потому что надо все прокачивать для того, чтобы был именно прям буст. Все гранти, огромное спасибо за то, что накопил такое огромное количество красных звезд, премок, мегасфер и так далее. Напишите в комментариях, что думаете про Blackjack из ушлепка, который вы собрали на аккаунте. Это первый раз. И, конечно же, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И всем пока-пока.